Отзвуки прошлого, 2023 год, это град. Ну, наконец-то что-то новенькое от нашего любимого Николаса Кейджа. Так, посмотрим. Смотрим. 5.25. Ни сюжета, ни хрена. Ладно. Ну, может быть, режиссер? Ну, известный какой-нибудь. Брэд Донов. Музыка внутри. Что это за фильмы? Кто это? Может быть, сюжет классный. Колтон Брикс сильно оступился в своем прошлом, и теперь прошлое его настигло. Опасность грозит близким людям, поэтому Брикс должен спасти самое дорогое, свою семью, а на прошлом поставить жирную точку. Ну, сюжет. Нет, ребятки, и сюжет проседает. Банальный и предсказуемый. Месть за прошлые грехи. И опять герой Николаса Кейджа. Рип. Да. Мы уж думали, что что-то поменяется, но нет. Фильм получает от нас 5 баллов. Очень слабо, очень предсказуемо. Сюжет, ну, примитивнейший просто. Да. Ну что, будем надеяться, что что-нибудь новенькое смастерит Кейдж в новом фильме. Да, 5 баллов, ну, увы и ах. Отзывы прошлого, 2023 год. Кто любит Николаса Кейджа, то, конечно, с удовольствием смотрите. Ну, как с удовольствием, просто для галочки, наверное, да? Ну, а сюжет можно было бы все-таки сделать лучше, но что имеем, то имеем, увы. Брэд Донаху. Старайся, мужик. Делай что-то новое, что-то интересное, хотя вряд ли. Мы в 2023 году, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Игрет Ревью в Яндекс.Зен. Смотрите хорошие фильмы. И welcome back.